Здравствуйте. В эфире программа «Между тем». Меня зовут Владимир Добрицкий. Сегодня наш гость – филолог, писатель, поэт, крупнейший специалист в области уголовно-арестантской истории, культуры и жаргонной лексики Александр Сидоров. И мы сегодня будем говорить о новом законе, который должен вступить в силу вот уже совсем скоро, с 1 июня 2014 года, о законе о запрете нецензурной лексики в средствах массовой информации, литературе, кино, театре, на концертах и на телевидении. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Володя. Ну, я думаю, что не открою большого секрета массе наших телезрителей, если скажу, что вы, Александр, тот самый Фима Жиганец, который широкой публике читателей стал известен именно благодаря блатным переводам поэтической классики. Там был и Пушкин, и Лермонтов, и Маяковский. Вильям наш Шекспир. И, это обязательно. И Маяковский, да. Вот я хотел спросить у вас, когда вышли эти переводы, что это было за время в России, да? И почему так они стали вдруг популярны? А может быть и не вдруг? Потому что я помню, я учился в университете, их цитировали, искали. Да. Ну, надо сказать, что в следующем году исполняется 20 лет выходу первой книжки. Маленькая она вышла в издательстве «Военный вестник». Вот этих переводов. И недавно буквально мы встречались с преподавателем одного из вузов ростовских, и он говорит: вы знаете, на вашей книге, вот этих переводов, выросло уже три поколения. Первое – это мой отец, потом он приобщил меня, и вот сейчас я приобщаю студентов. На самом деле, конечно, эти переводы действительно были несколько скандальными, как оказалось, несколько скандальными, хотя я их делал для друзей в основном. Но они не носили исследовательский характер. Это да, вот была шутка. Это, во-первых, это шутка, все равно, да, так сказать, это такая действительно псевдонаучная шутка, да, потому что это были параллельные переводы, чтобы можно было сравнить. Да, там был оригинал, да, и на следующей странице. Да, не на следующей, а параллельно. Слева, да, оригинал, справа перевод, и в конце список тех слов, которые словарь, не сняли. Словарь, да. Глоссарий, да, глоссарий, конечно. Вот. И это совершенно неожиданно. Для меня это было тоже достаточно неожиданно, потому что такой камерный был в переносном смысле проект. Вот. Но неожиданно вот они зазвучали. Дело в том, что, ну, мы еще об этом поговорим, что, в общем-то, для того, чтобы что-то зазвучало, должна быть определенная общественная ситуация, конечно. Вот. Но это была, конечно, шутка. Это была шутка. И сейчас где-то 50 вот на 50 тех, кто понимает, кто смеется, кто одобряет, кто пропагандирует, и тех, кто не принимает вообще. Все-таки почему это, Саша, стало так популярно? Вот все действительно искали, цитировали, рассказывали. А ты слышал, а ты читал, а кто это? Вот познакомиться бы с этим Фимом. Да, что за Фима? Да, я это помню очень хорошо. Это был 95-й год, когда вот, я еще... Я об этом и говорю, что это были те, да, года, когда... Я еще был редактором газеты для осужденных. И даже среди моих сотрудников, вот окружавших меня в управлении, они тоже никто не знал и говорили, кто это, что это. Мне приходилось это скрывать, поскольку это, так сказать, пропаганда жаргона, ну что, это никак не вяжется, так сказать, с чистым образом советского офицера или российского тоже. Но на самом деле, конечно, просто, во-первых, это необычный проект был. И, в общем-то, традиция такая, она существовала, но не поэтическая. Допустим, Лев Николаевич Гумилев и Леонид Андреев, нет, вернусь, и Сергей Снегов, наш известный фантаст, да, когда, да, они сидели в лагерях, они написали такой небольшой очерк «От падения Нидерландов от Испании». И все это было на Фене. Ну и потом мы помним Ералаши, когда
Чуден Днепр. Да-да-да, вот Спартак это. Мишулин там. Да, Спартак да. Мишулин, да. Да. То есть это карнавализация. Там хорошо заканчивалась фраза из школьника. Ну почему мы так говорим? Вот это одна из тем нашей сегодняшней программы. Конечно. Почему это одно. А другое, конечно, то, что это, в общем-то, в определенном смысле и диагноз общества, да? Безусловно. Потому что бешеная криминализация, она тоже способствовала именно тому, что интерес к этому проявили не только филологи, да, ну... И обыватели, да. Люди, но которые... Да, широкие слои, обыватели, но причем сейчас вот в Германии недавно... Диплом защитили тоже по моим произведениям, вот, и по переводам, но и по тюремным байкам. Вот, именно с точки зрения адекватности перевода на другой жаргон. Но мы отклоняемся, я понимаю, от темы. Мы будем говорить сегодня все-таки о запрете нецензурной лексики, скажем так. Она же мат. Это совершенно разные вещи. Просто мне захотелось, чтобы те, кто не знает вас, с вами немного познакомились. Саша, и я хочу предложить прямо сейчас посмотреть небольшой кинофрагмент от традиции нашей программы. Я всем гостям об этом говорю. Ну, улыбнуться, вы не знаете, что это за фрагмент. Вот давайте посмотрим. Улыбнемся? Да. Убегать. Канать. Обрываться. Правильно. Говорить неправду. Фуфло толкать. Хорошо. И так. Пивная. Тошниловка. Ограбление. Гоп-стоп. Нехороший человек. Редиска. Хороший человек. Забыл. Сейчас. Фрейфея. Действительно, фрейфея. Возьми бумагу, пиши. Редиска, поставь тире. Нехороший человек. Раскалываться, это значит предавать, сознаваться. Мягкий знак поставь. А теперь, Федя, скажи Васе, все, что ты ему сказал раньше, нормально, на гражданском языке. Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности. Ну, вот такой фрагмент, Александр, всеми любимого и очень известного, популярнейшего фильма, до сих пор, кстати, популярного, когда Леонов сказал, что хорошо, тики-так, да? Вы сказали, как? И не согласились с этим. А как на самом деле? Нет, ну, это, конечно, там вообще достаточно далеко от реального жаргона. Например, хороший человек, фрейфея, это совершенно бред, конечно. Или, но слово не, хорошее. Фрейфея, да. Ну, фрей, вообще-то, это, так сказать, сокращенно от фраер. Ну, сюда фея добавили. Вот, а... Редиска, ну, это совершенно из другой оперы. Вот. Тики-так, ну, говорят, но это обычный сленг широкий, широко известный. Вот, хороший, путевый, да, например, да, вот путевый. Причем говорят, порядочный арестант, допустим, порядочный. То есть вот в этих кругах такие слова, как порядочный, людское... И так далее. Они им не чужды. Не только не чужды, да, это оттуда. Как бы основополагающие вещи, да, в этом мире. Но только, естественно, по-разному трактуются, да. Кто такой порядочный арестант, да, кто такой правильный пацан, и, так сказать, что такое людское, по-людски. Ну, кстати, очень много взято из вот, общинного нашего родового строя. Хотя все-таки совершенно это для своего круга. Это все для своего круга. То есть крыса — это человек, который крадет у своих, но красть у других, кого-то, так сказать, помыть по верхам или там поставить хату на уши, это уже
это уже считается, это нормально, это профессионал. А краше своего, это естественно. Надеюсь, что у нас сегодня такая людская беседа правильных пацанов. Если говорить на эту тему, да? Что касается, если возвращаться к закону вот о запрете мата, да, и в том числе в телевизионном эфире, и в литературе, я прочту, как об этом написано в интернете. Использование мата данным законом запрещается в радио и телеэфире, в кинопрокат, на публичных мероприятиях, таких как спектакли и музыкальные концерты. Фильмы с нецензурной лексикой не смогут получить разрешение на кинопрокат, то есть прокатное удостоверение в России. Да. А литература или аудиовизуальная продукция с наличием нецензурной лексики должна распространяться в специальной упаковке с надписью, предупреждающей о содержании книги или диска. Что вот где на этой книге, в этой книге или на этом диске со сборником песен, да, мы можем услышать нецензурную, ненормативную лексику. Вот ваше отношение в целом к этому закону, Саша? В целом к этому закону я не отношусь, как говорится. Потому что я его не разрабатывал. И вообще в целом оценивать этот закон нельзя, потому что он сам по себе не является единым целым. Он сам по себе совершенно не проговорен, мягко говоря. Он распадается на разные части. Я, конечно же, за всеми руками запрет и отбор, да, так сказать, в публичных каких-то выступлениях, в общественных местах, СМИ, телевидение, радио, театры и так далее, и так далее, и так далее. Но что касается литературы, конечно же, это полный... Не хотел бы обижать, да, но все знают, разработчиков что, да, закона. Полный маразм, чтобы не подумали, что я подумал что-то нехорошее, на всякий случай, потому вдруг, что по новому закону. Вдруг, да. В чем в таком случае он заключается? Ну, конечно, трудно заменить разговор двух солдат в окопе в 41-м году, если об этом книга «Милостивый государь, не соблаговолите ли вы?» Или, скажем, когда мы описываем в художественном произведении, в рассказе... Ну, здесь не запрещается, кстати, использование мата именно в литературе. Да, здесь как маркировка сегодня на телевидении, плюс там 16, плюс 12, плюс 0, так и здесь нас предупреждают, смотрите, купив это, вы там встретите... Вот такие слова. У вас, вот как у человека, который исследует, да, жаргонную лексику и ненормативную в том числе, да, есть проблемы с издательством, когда вы приходите и говорите... Вот здесь... сейчас, да, будет. Сейчас будут проблемы, причем что, даже ведь не потому, что я использую там нецензурную лексику, но, как вы понимаете... Жаргон, вообще любые низовые жанры, они связаны с употреблением специфических слов. Специфических, ну, насколько они специфические на самом деле. И потом ведь, вот допустим, как быть с научной литературой? Ну, не обязательно научной. Вот мы говорим я имею в виду хотя бы... Заветные русские сказки Афанасьева, заветные пословицы и поговорки Даля. Слова, которые выходили при жесточайшей царской цензуре. Кирши, да. Я не, вот если бы сейчас процитировать хотя бы некоторые вот былины из сборника Кирши Данилова, не нужно. Ну, это очень специфическая такая лексика, хотя это русское народное творчество. Раёшный театр и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, понятно, что это не запрещается. Но недавно, вот я сейчас четвертый том своего исследования заканчиваю, вот должен он выйти, будет в этом году, я надеюсь. Это исследование, очерки историко-филологические о классических, об известных, достаточно уголовно-арестантских песнях. Вот. Ну, в основном там нет нецензурщины, но есть и такие, которые действительно встречаются, в которых нецензурщина. Вот я скажу простое, да, «Гоп со смыком». Но не классический «Гоп со смыком». Утесов бил, да. Но не классический «Гоп со смыком», а перед войной существовал так называемый дипломатический «Гоп со смыком». То есть суть его сводилась к тому, что «Гоп со смыком» становится дипломатом.
И вот к нему приезжают послы разных стран. И вот прибыл из Италии посол, вот он сказал, что Муссолини вместе с Гитлером в Берлине разговор про наши земли вел. И, естественно, Гоп со свойственной ему манере отвечает семиэтажным, это даже не семи, даже восьмиэтажным матом. Но что интересно, как я собирал вот эту песню по клочкам, кто мне ее пел? Интеллигентнейшие люди. Понимаете? Я не скажу, так сказать, не открою тайны, я думаю, не обидится на меня. Игорь Михайлович Бондаренко, чудесный наш писатель донской, да, кто придет на Майрине и так далее, Красная Капелла. Вот. Он мне ее пел. Многие совершенно люди, которые вообще не ругаются, и они говорили, это было так здорово. Это так поднимало патриотический дух. Более того, во время войны эта песня дополнялась новыми куплетами. Вот когда брали то, там брали Сталинград, мы дошли до Сталинграда и та-та-та. То есть, ну, есть вещи, но в первой книге это совершенно спокойно вышло. Во второй книге, ну, там практически, ну, тоже, может быть, где-то там один-два, в двух моментах там где-то нецензурная лексика проскакивала. Ну, практически там одно-два слова. Вот. В третьем тоже томе, я помню, тот Ванинский порт, о лагерных песнях, тоже практически ее не было. И вот сейчас я, четвертый том, это «По тундре, по железной дороге», называется, это общее название, там песен много. И я предложил одну песню интересную. Ну, кто-то знает, может, кто-то не знает. «33 веселых хулигана, барышню поймали у фонтана». Я слышал, да. Ну, многие не знают, молодые особенно, кто такой Гоп со смыком, поэтому... Ну да. Вот. И там, конечно, там ненорматив присутствует, причем эротический ненорматив. И издатель мне говорит: «Саш, слушай, убери». Давай многоточие имею заменить. Нет. Он говорит: «Слушай, не трогай ее вообще. Потому что, говорит, нам целлофан дороже обойдется, чем вот эта... Вот эта упаковка, да, зачем это которой, нужно... в которой нужно указать». Конечно. Вот. Это не нужно, бессмысленно. И я тоже считаю, что бессмысленно, в общем-то, это делать. В каждом магазине вообще-то существуют продавцы, так сказать, в зале смотрят. Кому 16, могут как консультанты выступать, да, в этом консультанты, смысле. Конечно, да, консультанты, конечно. Сказать, что, извините, конечно, это не да, для вас. Да, если там ребенок, то мальчик, иди. И вот с них надо спрашивать, если что-то там или как-то. И потом, если, допустим, у меня вот... создаются такие какие-то странные вещи. Сколько нужно, вот если одно матерное слово, нужно запечатать или нет? Или если два, или если три? Александр, а вообще почему у нас это настолько популярно в нашем народе? Вот нецензурные эти выражения в нашем языке доходят до того, что находятся люди-защитники этого дела, которые говорят: не трогайте святое, это часть нашего великого и могучего, да? Не, ну, это разные вещи. Ты понимаешь, Володь, я тоже считаю, что это часть нашего великого и могучего. И это исторически так складывается. Это и ученые говорят, я мог бы и процитировать, да? На букву «Е», допустим, глагол, это значило бить, там, стучать. То есть претерпело вот такие преобразования. Ну да, вот что-то, это все преобразование претерпело. Ну вообще во многих языках мира, так сказать, понятно, связаны со всем этим. Но у нас... Славятся такими выражениями. Ну, да. Там не будем вдаваться в тонкости. Дело не в этом. Дело в том, что борясь с матом, да, вот будем говорить мат, да, не будем, так сказать, эвфемизмы какие-то там. Борясь с матом, не нужно доходить до крайностей. Есть мат, как площадная брань, да, как оскорбление, то есть как инвектива,
Вот, то есть непосредственно унижение человека, да, направленное на человека. И есть мат или нецензурная лексика как образное средство языка. Вот это то, что касается литературы. Как образное средство языка. Действительно, в этом смысле русский язык, наверное, наиболее богатый. Я не знаю, я не сравню. Ну, вот англичане говорят, что да, ничего нет подобного. Ну, да. Да, они, да. В общем-то, английский и его американский, да, вариант, совершенно, мы совершенно спокойно можем слышать там и так далее, да-да. И все прошлое. Каждый переводит в меру своей. Да, и там каждый переводит в меру своей распущенности. Но у них это как-то вот сглажено, это не так. У нас это несколько по-иному. Но дело-то в том, что действительно богатый язык. Но мне всегда возражают, говорят, ну что, а что, без мата вообще нельзя? Вот я хотел задать этот вопрос. Вот вообще нельзя без мата. Неужели так скуден русский язык, что мы конечно, не можем заменить? Русский язык богат, совершенно слова. По богатству лексики это уникальнейший язык. По синтаксису, по всему остальному. Но, вы понимаете, можно обойтись без всего. Есть вот такие вещи, когда действительно нельзя обойтись. Если человек, если писатель... Ну, сейчас пишет, преимущественно мы говорим о литературных произведениях. О литературе, не о выражениях друг с другом, об этом, в курилке об этом, где-то да. И так далее. Ну, опять-таки, в разговорах есть великолепные, блестящие пословицы, поговорки, ну, которые заменить невозможно. Тогда или теряется вот тот самый смысл. Володь, ты знаешь, всегда смысл. Я не раз в таких беседах участвовал, и всегда я говорил, ну нельзя без примеров, понимаешь? И я могу... Только приличные примеры. Я вообще не буду произносить нецензурных слов. Но вот простые вещи, вообще не буду произносить. Но я уверен, что каждый человек поймет. И поймет, почему здесь вот, допустим, нельзя обойтись без мата. Вот Игорь Губерман. Его Гарик, Гарики. Да? Да, Гарик, вот. Моей бы ангельской державушке два белых ангельских крыла. Но если был бы у бабушки, она бы дедушкой была. Понимаешь? Я ничего не сказал, но каждый понял о чем идет речь, да? Мне все-таки кажется, думаю, что вы согласитесь со мной, не знаю, как зрители, что все-таки мату люди учатся не по книгам. Конечно. Конечно, это моя основная мысль, да. Мату учатся не по книгам. Вот я в одном из интервью, мне говорили, ну вот что будет вот через 20 лет, если вот в книгах будет мат? Я говорю, ничего, ровным счетом ничего не изменится, абсолютно. К тому времени вообще перестанут читать. Вот. Ну, не хотелось бы так думать, хотелось бы, но все идет к тому, да, все идет к тому. Деградирует само общество. Вот когда мы говорим, да, что... Запретить мат. Впервые письменно мат был зафиксирован в новгородских берестяных грамотах 12 века. Да? Давненько. И с тех пор давненько. Церковь, государство, все кто угодно, интеллигенция, все боролись против мата. И вот мы имеем ситуацию. Вот она. И что? Это абсолютно бесполезное занятие. Другое дело, что мат будет звучать меньше, мат будет звучать ограниченно, мат не будет литься в наши уши всегда, если здорово общество. То есть мат расцветает. Вот расцветает, причем похабным образом, хамским, оскорбительным, грязным. В больном обществе. Вот наше общество сейчас больное до основания. До основания. И поэтому мат – это диагноз.
Или это, лучше скажем, не диагноз, это слишком грубо, симптом болезни, будем говорить. Ты понимаешь, вот... Ну, неужели нет во всем светлых пятен? Я всегда люблю ссылаться на то, как говорят, да, давайте начнем с семьи, не ругайтесь в семье, и ребенок не будет. Конечно. И брать с полки таких книг тоже не будет. Да, он не будет вообще брать с полки. Да. Ну, не учатся. Нет, пусть берет, но другие. Нет, ну не учатся мату по книге, ну не учатся, вы поймите. Те люди, которые вот идут и матерятся, они, может быть, в жизни даже ни одной книги не прочли. Как правило, или пройти что-то такое, по школьной программе. Вот и все. И то в кратком пересказе, как сейчас вот вводится. Те люди, которые грязно ругаются матом, это они... Просто ограниченные, ну, ограниченные конечно, люди, ну, в том числе и в образовании. Бороться с книгой. Ой, мат в книгах нужно побеждать. В голове нужно мат побеждать. Как это сделать? Как это сделать? Это сделать, оздоровляя общество, прежде всего, и экономически, и культурно. То есть создать культурную вот такую этносферу, да? Или эко, как хотите, да? Ну, этносфера, поскольку мы все-таки люди. Вот. Создавать ее. Если сейчас по телевизору, Володь, я не знаю, наверное, что ты тоже застал времена, когда по ТВ можно было посмотреть балет Чайковского. Конечно. Когда можно было послушать классическую, и не на канале «Культура». Сейчас есть канал «Культура», да, который за всех отдувается. Это, да? Понимаешь, это канал «Культура» – это как индейская резервация. Понимаешь, нельзя так. Ох, уж ваша резкость в оценке. Конечно. Ну, конечно, культуру загнали в индейскую резервацию, и вот там вы пляшите. Но каналом «Культура» исчерпывать вот эти возможности. В воспитании культуры человека извини, ограничиться извини, только этим. Я помню, что вот когда я учился, нас водили в театр. В театры водили. Моя жена вот, она из... Со сцены там не ругались. Не ругались. Как это есть сегодня, к большому сожалению. Да, нет. Водили на классические спектакли. Режиссеры эти называют себя модными, да, востребованными. Да, Житинкин, Настя, да. Серебренников и так далее. Да, я крайне негативно к этому отношусь. Извините, почему сейчас в школах... Вот у нас... Как говорится, белый рояль. Тоже водят. Моего первоклассника вводят в театр Горького. На классический, на Щелкунчика, да, на Кармен. То есть прививать какие-то вещи, но не просто прививать, понимаешь? Трудно ожидать от нищего, злого, голодного народа, да, чтобы он говорил высоким слогом русского романса. Дело в том, что вот мы живем в городах, да, а отъезжать вот даже от Москвы, от Питера 30-40 километров. Я не говорю уже о русском севере. Что творится вообще по всей России? Что творится в деревне? И это постоянно, кстати, показывается по телевидению. Нищета, пьянство, грязь. Просто шоковое состояние. И подкрепляется сейчас, такой лектикой в том числе. Естественно, да. Там кроме мата... Ни на каком языке больше не разговаривают. Разговаривают, да, как есть такая вот расхожая вы фраза. Сначала дайте человеку работу хорошую, дайте человеку, ну, хотя бы вздохнуть по-человечески. Но не будет он ругаться матом так, не будет. Я думаю, что у нас совсем не осталось времени, и беседа с вами крайне интересна, и мне кажется, что мы все равно не уложились бы в отведенное нам в эфире время. Тема очень объемная, тема такая, которую не охватишь за 20 с лишним минут. Поэтому, Александр, спасибо вам огромное, что вы пришли. На самом деле, хотелось бы верить в то, что нужно начинать прежде всего с себя. Безусловно. Да, и, безусловно. Тогда мир вокруг нас тоже станет лучше. Конечно. Спасибо вам конечно. За этот сегодняшний вам разговор. Вам спасибо за то, что пригласили и дали высказаться. Мы сегодня говорили о законе, который совсем скоро начнет действовать, законе о запрете матерной брани в СМИ, на концертах, в литературе, в интернете. Говорили с Александром Сидоровым, филологом, исследователем жаргонной лексики, поэтом и литератором. С вами была программа «Между тем» и Владимир Добрицкий. Мы увидимся на следующей неделе, в субботу в 18:20. До свидания.